«Скажи, а ты меня сегодня любишь?» — спросила громко девушка в маршрутке. И пуговицу пальцем теребила на кожаной своей осенней куртке. Ей кто-то что-то там ответил в телефоне, она тихонько стала хохотать. «Вчера — это вчера. Ты что, не понял? А мне сегодня это нужно знать». Напротив тихо женщина вздохнула. Уж год как бросил муж, и ждать нет сил. Слезу с щеки тихонечко смахнула. Эх, если б он вот так спросил. А рядом с ней мальчишка лет 5. Ладошку папы очень сильно сжал. «Пап, ну а ты меня сегодня любишь?» Отец вдруг, улыбнувшись, сына приобнял. «Конечно любит», — бабушка сказала. «Смотри, как смотрит, ты ж его награда. Ты счастье его в каждом дне. И даже сомневаться в том не надо». Улыбка у мальчишки стала шире, и он спросил: «А кто-то любит вас?» «Не знаю. Я одна живу в пустой квартире. Одна, наверное, встречу смертный час. Есть дети, внуки, правнуки. Так вышло, что им уже давно не до меня». В маршрутке тишина на миг повисла. «Но нужно жить, другого не виня. Мне главное, чтоб жили они в счастье, здоровы были, и чтоб все в порядке, и чтоб хоть раз в 3 месяца звонили. Я жду их, покупаю шоколадки. Молиться буду каждый день за каждого. Для них всегда горит мой свет в окне. Ведь это важно, это очень важно, когда есть тот, кто любит в каждом дне. А вот меня и не за что любить», — сказал мужчина. «Я тупой баран. Не смог я счастье вовремя ценить. И в том, что я один, я виноват лишь сам». «Ты не баран!» — вдруг кто-то прокричал. «Бараны не сумеют позвонить. Ты раз хоть ее номер набирал? Сказал, что любишь, попросил простить». Мужчина лишь вздохнул, махнув рукой, и номер прям по памяти набрал. «Скажи, а ты меня сегодня любишь?» «Люблю, еще сильнее, чтоб ты знал». Его глаза наполнились слезами. Нельзя мужчине плакать, некрасиво. Но если бы вы только понимали, как рад ее я слышать. Всем спасибо. «Скажи, а ты меня сегодня любишь?» — набрал вслух смс-ку парень в куртке. Ответ он всей маршрутке прочитал. «Люблю. 24 часа в сутки». «А ты, сынок, ты хоть чуток-то любишь?» — старик спросил мужчину у окошка. «Люблю, бать. Я к тебе 5 суток ехал, чтоб рядышком побыть с тобой немножко. Напомните же близким и родным, что мыслями и сердцем рядом будете. Согрейте их признанием простым, что и сегодня вы их очень любите».